Какая же здесь благодать и спокойствие. Но мы сюда пришли по делу. Да, вставай, девочка. Bearer of the curse. Seek so, seek the, lest this... Я там случайно... Да, не нашел никакого осколка. Ну, в таком случае... Снова занимаемся прокачкой персонажа. До 50-го, наверное, выйдет. Так, силушка. До 30. Скорее всего. И дальше. Выносливость. И здесь. Тоже немного прокачаем. Жизнь качать пока не буду. В этом нет такой, знаете, актуальной необходимости. Поэтому, в принципе, пусть будет так. Да, согласен. Ну, в принципе, все. 2500 душ у нас остается. Так, отдыхаем у костра. Можно было, наверное, еще меч качнуть. Ну да ладно, в другой раз. Сжигаем очищенный костяной прах. С каждым использованием фляги наш персонаж будет получать больше здоровья. Да, я согласен. Некая сила укрепила. Ну, а мы, в свою очередь, отправляемся обратно на безлюдную пристань. Быстренько разберемся по инвентарю. Что-то отсортируем, что-то переставим. Ну и с доспехами тоже надо разобраться. Понятное дело, что с таким весом я идти дальше не буду. Так, ушла, смотрите. Ну хорошо, мне как-то одному даже спокойнее. Бомбы есть, урны есть, мох есть. 7 огненных стрел также в наличии. Ну, давайте начнем тогда. Так, а что если вообще уберем? Что-то еще нужно будет нам менять. Туловище. Доспех рыцаря. Ну, в принципе, наверное, неплохо. На время. Ну, пока так, наверное. И как раз оставили маневр для, например, короткого лука. Да, получается, может быть, даже арбалет получится вставить. Сейчас посмотрю. Ну, арбалет уже, да, веса хорошенечко прибавляет. А мы с вами пошли дальше. Вот видите, кувырочек, все нормально. Пока что. Да, вот и пристань. Упс, нифига себе, стрела. Так, сколько их там? Один? Один на меня сагрился. Давайте-ка его снова также вытянем сюда. И тут с ним поговорим. Давай. Эх, мне кажется, надо было все-таки качнуть меч немного. Ну ладно, я возвращаться не буду. Мне этого, в принципе, хватит. Ну а как насчет такого расклада? Не ожидал, наверное. Один наверху. Викинг. Ну, он похож просто на викинга. Ну, нифига себе. Заявка на чемпионство. Забираем его щит пехотинца. Так, где-то здесь должен нас поджидать. Вот, тут даже сундук есть. Сейчас мы его обязательно проверим. Давай, я даю право первого удара тебе.
Надо к ним просто привыкнуть. Запомнить просто, как они бьются, как они наносят удары, в какой манере, и тогда все будет хорошо. Так, где мой замечательный мох? Тут, похоже, все в порядке. Осколок титанита, спасибо большое. Тут, похоже, ничего не было. Самое время идти дальше. Да, любитель по крышам сидеть. А ну-ка, кто первый? Сейчас посмотрим. Молодцы какие, а. Ну, могу сразу сказать, ничего страшного не происходит. Все под контролем. Вообще ничего страшного. Большая душа мертвеца и самоцвет. Сколько у меня этих самоцветов-то уже? 30. До 50 надо догнать. Так, ну иди сюда. Ну, прыгай, прыгай. В чем проблема? Наконец-то. В ответочку. Удалось ему отразить мой сильный удар. Так, вот смотрите, какая чупакабра сидит там. Сейчас я, пожалуй, сначала здесь все изучу. Смола. Так, тут мы закончили. Вот туда надо вот еще подняться. Ну, давайте сейчас с этой штуковиной разберемся. Ну, где ты там? Давай, иди сюда. Посмотрим, что она умеет, что она не умеет. Если поближе к тебе подойду. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ух ты! Чем-то она меня даже травить хочет. Нифига. Да, опасная тема. Это даже не отравление, а кровотечение. Похоже. Блин, ну опасно. Вот таких штук надо опасаться. Десять железных стрел. Но тоже экономия как-никак. Все-таки уже не покупать. Что у вас тут было? А, еще один? Притворившийся? Или... Нет, не притворившийся. Обычный боец невидимого фронта. Ну вот получше стало. Так, знаете, какой момент? Я вот подумал. Да, вот сюда стоило идти. Нет, не стоило. Вообще не стоило. Но лучше проверить, потому что во всяких углах обычно и прячут они всякие интересности. Опс, так, обратно. Что-то я не смог зафиксировать, захватить цель. А теперь захватил. Давай, 40 по одному. Заходим, заходим, не стесняемся. Да это бесполезно. Да, был хороший, сильный замах и, соответственно, удар. Так, там еще какая-то тварь идет. Так, стойте, 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 дайте я сюда обратно зайду. Тут гораздо проще с ними. Ну вот, неплохо.
Восстанавливаем выносливость. Быстренько, да, это собачка у нас. А ну-ка, лови. Ой, ес. Да ладно, ничего здесь. Шикарно. Ну, в кавычках, естественно, шикарно. Ничего хорошего в этом нет. Душоночка, возможно, там. Тут не подняться, увы. Так, еще один викинг. И там второй, сразу же за ним. Лестница наверх. И еще где-то собака. Так, осторожно. Потому что может за нами сейчас пойти. Так, ну что? Да нет. Где-то ходит, но... не совсем близко к нам. Самое время, пожалуй, для лука. Сейчас я их попробую снять. Туда к ним, видите, не перелезть. Можно, конечно, подняться наверх и скинуть их. Тоже вариант. Но я попробую сейчас более просто с ними разобраться. Все, готов. Ха-ха! И то же самое делаем с другим. Ха. Надо еще грамотно прицелиться. И грамотно выбрать позицию. Надеюсь, вот так. Убил. Ну вот и все. Вот сюда я еще не поворачивал. Что у нас здесь? Можно тоже попробовать с лука его. О, увидел, увидел, увидел. Летит. Так, и собака. Вот она, собака. Это самая. Ха, промахнулась. И мне очень сильно, наверное, повезло. Да, вот сверху как раз эти товарищи мне бы очень, пожалуй, сильно мешали. Бы. Если бы я с ними не разобрался. Так. Использовать? Давайте используем, посмотрим, что произойдет. О, какие-то твари зашипели. А вот, смотрите, несутся. Боятся света. Это как раз вот эти чупакабры. Грёбаные. Так, спокойно заходим сюда, аккуратненько. Один. Сколько их? По-моему, два. Еще один там. Ну, у меня есть план. Вот такой. Все, я ухожу отсюда. Давай, 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 давай. Ну, с двумя, вы знаете, думаю, не слишком сложно будет справиться. Особенно, если вот они по одному будут выходить. О, ес! Хороший был. Удар у него, но всю силу он в него вложил и дал мне возможность этим воспользоваться. Так. Интересно, это был мой звук или... скорее всего, да, я этот звук издаю. Давайте осматривать их бар местный. Таверну. И в качестве награды мы получаем сет разбойника и топор бандита. Клево. Ну, наверх пошли. Дружочек, ты не меня ищешь случайно? Ой, молодец. Как круто, он избавляет меня от работы. Просто супер.
Нормально все. Порошок для починки и еще один осколочек титанита. Так, подождите. Я же не вышел сюда на балкон, где эти лучники стояли. Так, заперто, но... Да, видно, что с другой стороны можно открыть эту дверь. Так, а что мы делаем? Ну ладно, я разгоняюсь и... Прыжочек. Мы поднимемся наверх, посмотрим. Вот тут чупакабры нас эти и ждали, в общем-то. Вон они сейчас трутся где. Угу. Закрывают свое лицо от этого света. Там вот еще, смотрите, какой-то чувак на втором этаже. Виден через дыру. Что вот с ними будем делать сейчас? Хороший вопрос, да? Но они ждут меня. Они ждут меня и ждут, когда я войду. Так. Yes. Еще какая-то силовая волна. Ладно, что я с ними делаю? На самом деле мне страшновато туда к ним подходить. Вот так вот, крит. Отлично. Неужели меня не слышали в этих звенящих доспехах? Ну, с одним-то просто будет сейчас справиться. С остальными воспользоваться луком и добить их. Ну, конечно, как вариант. Может быть, попробовать выманить их? Давай. Ну, смотрите, один смело идет. И что-то сразу боится. Не хочет дальше выходить. Ой, как здорово. Гребаная кровопотеря. Да. Знаете ли, опасно достаточно. Вот этого можно было атаковать. Получай. Еее. Тяжелые сапоги. Надо будет тоже обязательно примерить. Ну, в общем, по идее, я понял, как вот с этим чуваком бороться. Нужно ему сразу запрыгивать, во-первых, ну да, за спину. А во-вторых, опасаться вот этой его гребаной руки. Очень длинной. Очень длинной. Сейчас попробую применить именно эту тактику. Но опять же, я здесь спешить, если честно, не собираюсь. Давай, давай, давай. Упс, наверное, я опоздал. А вот сейчас самый, возможно, нужный момент. Хорошо. Хорошо, вышло. Ё-моё, еще один. Так, ну давай. Ну давай, выходи. Как ты, кстати, здесь выйдешь-то? Ой, блин, тут две их. Может, правда, стрелы использовать? Ну, давай, попробую к тебе подойти. Так. Бабах. Нет. Это я, наверное, поспешил. Здесь я тоже торопиться сейчас не буду. Не хочу, чтобы они мне кровушку мою попили. Вот так. Ну, давай, добей его. Ну, успел. Успел, не такие они и быстрые, но все равно опасные. Выходи на свет, живая тварь. Вот это было опасненько. Так, ну-ка сейчас отсюда выйдем. Если бы не кольцо, то было бы, наверное, совсем плохо. Правда? Так, вот туда еще можно пробежать. Но мы поднимемся вот к этому чуваку. Это, похоже, какой-то торговец. В общем, навряд ли враг какой-то. И что, используем фляжку? Или не будем использовать фляжку? Наверное, надо использовать фляжку, потому что вот там еще наверху есть. Так, отлично. Ну, я надеюсь, ты один здесь.
Ну вот, гораздо лучше все пошло. Как думаете, он там один был? Или есть еще один экземпляр? Да, есть еще один экземпляр. Все. Получайте, засранцы. Я так быстро пробежал, я даже не успел понять, тут есть какие-нибудь сундуки? Нет. Да и зачем они? Торговец же рядом. Так. Что там у нас? Мох? Да. Забрали. Двуручный меч. И здесь. Ай-яй-яй-яй-яй. Траванули. Два серебряных талисмана. Ну что, побеседуем с дядей? Who are you? I, Gavlan. Gavlan will, Gavlan deal. Gavlan wants soul, many, many soul. What you want? With Gavlan, you will. You deal. А он юморист, как я посмотрю. Оу, yeah. Так, купить и, кстати, можно продать. Давайте с продажи, наверное, начнем. Ну, всякое вот это дешевое я сразу скидываю. Оно мне не надо. Это у нас короткий меч, тоже не пригодится. Сломанный меч. Тем более. Полуторный меч Дранглика. Двуручный кортик. Кортик продаю, топор тоже. Там еще сет разбойника у меня был. Топор бандита тоже скидываю. Так, алебарда и старая алебарда рыцаря. Колокольчик нет, ни за что. Вот этот щит скидываю. Малый кожаный щит скидываю. Этот скидываю. Этот тоже. Этот, наверное, оставляю. Этот оставляю. Ну, вот эти щиты оставлю. Ладно, поехали дальше. Капюшон, куртка, наручи, штаны. Так, рыцарь, рыцарь, тяжелые сапоги. Характеристики скидываю. Доспех разбойника тоже скидываю. Доспех полого солдата тем более. Смотрите, сколько можно всего продать. Так, сапоги полупехотинца тоже уходят. Шлем пехотинца тоже уходит. Доспех сокольника, перчатки. Старый доспех рыцаря. И вот это вот надо уже, наверное, оставлять. Да, оставляем. Кольца продавать не буду. Здесь ничего не продаю. Тут, ну, наверное, тем более... Осколок титанита. Да нет, вы что, смеетесь? Нет, конечно. Ну все, похоже, здесь с продажей мы разобрались. Теперь разбираемся с покупкой. Что у него за колечко? Кольцо гигантов. Увеличивает баланс. Здесь отравленные стрелы. Да, беру сразу максимум. И мох. Метательный нож, смазанный ядом. Нет. Гнилая смола временно усиливает ядом оружие правой руки. Да нет, наверное, спасибо. Так, ну что? Тут мы с ним закончили. Я еще, наверное, с ним побеседую. Может быть, что-то интересное удастся у него выяснить. А, нет. Want what? Причем уникальный персонаж, он может одновременно пить и одновременно говорить. Ладно. Спускаемся, пошли. Пошли дальше.
Ой, 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 вовремя его заметил. Получай, викинг грёбаный. Хорошо. Так. Под угрозой поломочки. Угу. Что мы делаем в таком случае? А мы используем с вами... У нас есть порошок замечательный. Порошок для починки. Давайте используем его. Ну, как восстановилась прочность? Да, наполовину. Подойдет. Надеюсь, до босса сможем дойти. Так, и что? Вон корабль у нас. Зажигается огнями и... И начинает движение. На корабль? Определенно. Ну, здорово, здорово. Здорово. Все, приплыл. Давайте смотреть, что тут есть еще. Значит, пристань, в общем-то, и туда дальше можно пройти, тоже посмотреть, что там есть. Ладно, давайте дальше двигаться. Самоцвет жизни, косточка возвращения. Сколько у меня там уже их? 32. Отлично. Ах, вы твари. Огненная стрела, еще десятка. Может, их тут стрелами забомбить? Интересно, как это получится. Ну, давайте я попробую. Убежать-то я в любой момент могу. Ха-ха-ха. Больно было, наверное. Ну что, она сюда поднимется, эта штука? Или они вообще не поняли, что произошло? Да нет, смотрите, поднимается. Так, только по одной, я вас прошу. Ну-ну-ну-ну-ну-ну, да. Ох ты, блин, нифига себе. Крутая штуковина. Вот тут и стой. Стоишь? Отлично. Ес! Ну, а с другой будет... Разобраться достаточно просто, я надеюсь. Так, я тут ничего не пропустил. Одна тут? Одна тварь. Давай. Поехали. Хорошо. Лучше. А что они охраняли-то? Ну, что-то охраняли. Что-то неизведанное. Ух ты! Отсюда я тоже, знаете, чем сейчас запульну. Сразу освободим себе путь. Так. Не уходи, засранец! Я на тебя истратил стрелу. Если он там остановился, я могу его достать. А, он так хитро встал, я теперь навряд ли его достану. Ну да ладно. Оставим пока его в покое, потому что на корабль поднимемся, когда тогда с ним и разберемся. Что мы имеем? Блин, что за жесть? С богом. Попал.
Хорошо. Надеюсь, их было только двое здесь. Так, смотрим. Сундук. И там еще что-то. Давайте сначала сундук открою. Осколок фляги с Эстусом. А это здорово. Так, ну и что мы здесь сделаем? Так, так, так. Давайте. Подождите, а куда делся? Куда делся? А, арбалета у меня не было. Вот так. Блин, куда он стреляет? Не пробивает эти штуки. Ладно, в таком случае мы сейчас воспользуемся другим приемчиком. Потому что выглядят они странно все. И, скорее всего, они отравленные. Либо там что-то неприятное. Возьмем вот это оружие. Поближе подойдем. Знаете, такая замануха. Типа, а вот ты возьми, разбей. Сейчас что-то я поблизко подошел. Да, отрава была. Метательный нож, огненная бабочка. Тут то же самое. Так, быстренько. Быстренько забираем все. Душа безымянного солдата. Да я не тот меч взял. Я просто побыстрее что-то взять. Так, вот он. Наш любимый палаш. Большая душа солдата, самоцвет жизни. Здорово. Так, без сюрпризов, пожалуйста. Отлично. Кольцо солдата короля. Что нам дает это кольцо солдата короля? Надо смотреть. Вот это, нет, это кольцо ослепления. Вот, кольцо солдата короля. Увеличивает максимальный переносимый груз. Так это получается то, что надо. Кольцо восстановления, кольцо жизни, кольцо кларанти, кольцо клинков. Кольцо клинков. Увеличивает физическую атаку. Нет, пусть кольцо клинков будет. Кольцо жизни... Вот так. Ну, наверное, неплохо. Ну, и в таком случае мы сейчас можем быстренько уже взять все вещи, которые планировали взять. Ровно 70%, как видите. Ну-ка. Ну, нормально. Зато теперь смотрите, как статусно выглядит. Да? А в любом случае, продолжаем с вами идти. Нам потихонечку нужно двигаться в сторону вот этого корабля замечательного. Следить также за износом нашего оружия. Тоже пригодится. Так. А, вот эти твари тут. Одна, две. Хорошо. Как я рад, что еще один удар нужно. Ну и эту тварь сейчас нужно как-то выманить и... И что? Давай, 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 давай. Выходи, 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 выходи сюда. Я не хочу туда забиваться. Нифигашеньки себе. Ух, какая опасная. Нет. Да, мы ее победили. Длинный меч. Секреты есть тут какие-нибудь у вас? Ну, блин, немножко медленный, конечно. Или мне кажется. Доспех рыцаря. Может быть... Доспех сокольника одеть.
Вот сейчас даже получше, мне как-то кажется. Вот этот перекат происходит. Так, могу как-то забрать? Похоже, что нет. И вот еще у нас бойцы. Но мечи-то их выдают. Поднимайся, поднимайся. Я тебя и ждал. И еще один. Шикарно. Кто следующий? Давай, выходи. Ждем и атакуем. Еще раз. Пропустил момент. Смотрите, более прочные пошли викинги. Да, лучше я с ними здесь буду биться. Так, забираем. Что у нее тут было? Доспех. Ну и пойдем исследовать местность дальше. О, надо не забыть про лук. Так, а тут что у нас? Это вообще что-то можно сломать? Ну-ка еще разочек попробую. Нифига. Что за жесть там была? Друзья, у меня прямо сейчас здесь был небольшой сбой в записи. Я, тем не менее, успел побеседовать с этим стариком и скажу, что он мне сказал. Он сказал: я вижу свет, но он, как и прежде, не ярок. Я Кархилеон, и меня не интересуют те, у кого нет способностей к магии. Так что, грубо говоря, этот персонаж бесполезен. Но мы продолжаем. Тогда мы идем с вами к кораблю уже непосредственно. Здесь главное не свалиться с этой пристани. Так, ух ты, блин. Смотрите, что там было. Ну ладно. Даже не знаю, как туда забраться. Но наверняка как-то можно. Но я уже так близко к этому кораблю, что мне не хочется ни на что больше отвлекаться. Так, сразу забегаем. Вот так вот. Так, там бегут. Сразу двое. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, давайте. Хороши. Чертята. Знаете, в чем проблема? В том, что там еще лучник меня палит. О, да. Вон еще один был. Сейчас я и до него доберусь. Ну что, здравствуй, викинг мой прекрасный. Все. Проверяем. Сундуки, что-нибудь есть ценное? Похоже, что нет. Так. Тихо. Спокойно все. Этот сундук я открыть, к сожалению, не могу пока что. А может быть и вообще не могу. И у нас стена из тумана. Ну, давайте зайдем, посмотрим. Так, здравствуй, босс. Гибкий часовой. Бабах. Бах. Ух ты. Серьезный тип. Давайте немножко посмотрим, как он будет биться против нас. Да, размахи у него неплохие. А где же музыка стрёмная? Так, ну что, запрыгал кузнечик? Давай, 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 попробуй меня взять. О, какие мы
грозные. Ну, ну. Я не буду пока рисковать к нему подходить близко. Ой, здорово. Еще лучше. Но меня радует то, что половину уже с него сняли. Ой, что-то близко. Да? Гибкий часовой. Мать твою. Фак. Мне хватит вообще? Как думаете? Ну, должно хватить. Тут буквально несколько ударов мне требуется. Давай еще. Готов. Победа. Сколько душ? 14 тысяч. Ну и плюс душа гибкого часового. Все, можно идти дальше. Где-то костерчик, значит, недалеко должен быть. Ну, смотрите, все как хорошо получилось. И даже ничего не сломал. Надо, кстати, сразу поменять оружие, потому что если сломается, то придется чинить. Длинный меч попробую. Так, сундучок. Да, можно открыть. Эх, боюсь, тут сюрпризик какой-то может быть. Забираем предметик. Это пламя и огненный шар. Ну, надо сказать, все получилось, как я уже говорил, неплохо. В общем, посмотрим, куда нас сейчас привезет этот корабль. И мы оказываемся с вами где? Пока непонятно. Значит, надо еще дойти куда-то. Ну, до берега, например. И... И тоже пока не показывают. Ладно, ничего страшного. Тут без сундуков пока что. Поехали. Вниз или вверх? Я думал опять вниз. Ну, крутой, крутой рыцарь. Но можно еще круче прокачать. Мы обязательно прокачаем нашего персонажа. Так, теперь открывайте. И мы идем к вам. Тут ничего. Заперто, заперто. Вот сюда можно пройти. Душа гордого рыцаря. И еще один самоцвет жизни. 35. Забытая крепость. Вот как называется эта локация. А вот и костер. Ну что ж. Можно считать эту миссию выполненной. Ну, понятное дело, мы отдыхаем. И снова поедем качаться. Друзья, увидимся в следующем эпизоде. Большое спасибо за просмотр и вашу поддержку. Увидимся!